Так, ну что у нас имеется? У нас имеются кнопки для вызова водителя о требовании остановки. Ну и помимо этого, в случае каких-нибудь актов незаконного вмешательства, имеются кнопки для вызова сотрудников Росгвардии, либо же МВД. Автобусы нового поколения PAS Vector Next для городских маршрутов со средним пассажиропотоком отличаются высокой маневренностью, повышенными эксплуатационными характеристиками, пониженным уровнем шума в салоне и, главное, низким расходом топлива и простотой в обслуживании, а также имеют всю необходимую техническую базу для оснащения дополнительными опциями. Данные автобусы будут укомплектованы валидаторами для безналичной оплаты проезда, кондиционерами, также табло с указанием места остановки. Обязательные требования были это доступность для маломобильной группы населения, а также для перевозки колясок. При составлении техзаявки на проведение аукциона выдвигался ряд важных требований к салону новых автобусов, который должен соответствовать запросам маломобильных групп населения. Автобусы Vector Next в модификации «Доступная среда» с низким уровнем пола в районах задней двери, специально оборудованной площадкой для инвалидных и детских колясок и мобильным пандусом обеспечат комфорт для всех категорий пассажиров. Имея такой автопарк, подрядчик сегодня не видит проблем в реализации задач, поставленных городской администрацией. Тем более, что сама схема работы общественного транспорта соответствует стандартам крупных городов, и в частности той, на основе которой компания работает в Лангепасе. Сложность была только в одном, чтобы собрать автобусы все. Это вот самая огромная сложность, потому что кому дилерам не звонили, все уже машины были забронированы, потому что по стране везде эта марка пользуется популярностью в России на сегодняшний момент. Получилось, что с трех городов мы собрали. Вот Ярославль, Павлово и Ставрополь. Аж это вот за 3200 километров самая такая точка далекая у нас получилась. На линии будут 21 автобус, 4 у нас в резерве. При создании новой системы пассажироперевозок в Нягане были учтены все жалобы и предложения населения. Изменены траектории некоторых маршрутов и переформатировано расписание движения автобусов. Власти города перевели городские маршруты на контрактную основу, заменив такие определения, как такси и интервал движения, понятиями городской автобус и конкретное время прибытия к остановочному павильону. Как ожидается, изменения почувствуют все участники транспортных отношений уже в декабре. Елена Гаврилова, Евгений Несмеянов, Нягинский телеканал, специально для телеканала «Югра».